Всем привет, дорогие мои зрители, дорогие мои подписчики и не подписчики тоже. Всем привет вообще всем, кто зашел сегодня на мой канал. Кто подписан на меня, тот знает, что у нас был кот, болел. И вчера вечером его не стало. Я специально вышла из дома, потому что там Лера. Вчера все плакали. Я до сих пор его. У меня уже вон мешки. Очень сложно терять животных. Не знаю, девчонки, как вы, а мне очень сложно. Все по-разному, наверное, у всех по-разному отношение к животным. Все по-разному относятся. Кто-то вообще говорит: да, Настя, да ты что? Это же просто кот. Ничего здесь особенного. А мне вот так вот больно, грустно. Такое ощущение, что я сделала не все, что возможно было сделать. Может быть, оно так. Я лечила его до конца, боролась. Вчера взяла иконку Матронушки. И около него сидела и молилась. И просила для него смерти, честно скажу. Потому что без слез уже нельзя было смотреть на это все. Он мучился, он даже пить не мог. Я вчера попробовала попоить его со шприца, и он начал задыхаться от этого. Ему как будто вода в горло не поступала. Он начал сильно кашлять, у него все обратно потекло. Я уже 100 раз пожалела, что я начала его поить, но... Какую-то часть воды он сглотнул, какую-то выплюнул. И я поняла, что, ну, что все. Здесь уже не только еда, здесь уже и вода совсем не идет. Очень сложно, девчонки, мне. Я очень сильно переживаю. Я бы не хотела сейчас, чтобы... Я не хочу закрывать комментарии, но мне бы очень не хотелось, чтобы вы сейчас начали меня критиковать. У меня есть такие некоторые зрители, которые... считают, что я плохо отношусь к своим животным, плохо отношусь к своим детям и так далее. Я бы не хотела сейчас читать такие комментарии. Войдите, пожалуйста, в мое положение. Мне очень грустно. Я кое-как стараюсь натягивать вот эту улыбку, общаться с детьми, потому что дети тоже переживают и... Вова мне вчера меня успокаивал весь вечер, потому что я и хоронила его сама, потому что Вова вчера приехал только в 9 часов вечера, я его хоронила с фонариком. Вот. Я не знаю, что больше говорить. Нашего серенького нету. Как говорится, наверное, отмучился. Сейчас ему хорошо, ничего не болит, все. Спасибо, девчонки, всем за поддержку. Кто все это время меня поддерживал. Спасибо вам за это.